Горе. В этом году мы проводим очень большой объем ремонтных работ на дорогах и всю снимаемую асфальтную крошку направляем как раз на восстановительные ремонтные работы на этих улицах. И вот составлен план-график выполнения ремонтных работ до конца августа. Я уверен, что удастся дорожную сеть привести полностью в порядок. Ну и ко мне поступает очень много обращений граждан, почему эту улицу ремонтируют, эту не ремонтируют. Ответ на этот вопрос в графике выполнения работ и в территориальной привязанности к тем участкам, где снимают крошку. То есть, если крошку снимают в Заягорбском районе, то ремонтируют улицы третьей категории в Заягорбском районе. Если в индустриальном, то распределение идет как по Зашекснинскому, так и по индустриальному, частично и северный участок. Ну вот такая привязка есть. А в графике все улицы прописаны.